Следчых Брэсцкай вобласці адрознівае высокая аператыўнасць расследавання крымінальных спраў. На сёння боль за палову з іх раскрываецца на працягу аднаго месяца. Пры гэтым не зніжаецца якасць работы. Калі за апошніх 8 гадоў падлічыць усе апраўдальныя прыгаворы і факты неабгрунтаванага прыцягнення да крымінальнай адказнасці, лічба будзе шмат разоў меншая, чым да стварэння следчага камітэта. За апошнія 3 гады ўправленне следчага камітэта па Брэсцкай вобласці прызнаецца лепшым у Беларусі. Па ўсім відаць, што гэта званне яны ўтрымаюць і ў 2019. В наших приоритетах это соблюдение законности, качественное и оперативное рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, расследование уголовных дел, принятие мер к восстановлению нарушенных прав и интересов граждан и государства, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, и профилактика преступлений и иных правонарушений. Если говорить о результатах работы, то действительно оперативность следствия Брещины характеризуется высокой оперативностью на протяжении последних лет, и мы в срок до одного месяца расследуем 57% уголовных дел. Только с початку этого года следствие в области больше за 8,5 тысяч разов выезжали на место злочинства, разглядели 9 тысяч заяв и поведомлений, завершили около 3,5 тысяч криминальных справ. Одной из складающих работы супрацовников переднего расследования является и компенсация урону потерпелым. С початку года таких сродков уже вернуто на сумму 4,5 миллиона рублей. И все это дякуючи профессиональной работе ветеранов управления и молодых супрацовников. 29 годов отдала службе начальника отдела управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области Людмила Жалнерчик. Все получилось очень интересно, даже, может быть, спонтанно. Я была женой военнослужащего, мы служили в Осипович Могилевской области. С учетом того, что у меня юрфак, муж военнослужащий, очень захотелось погоны. И поэтому сосед по этажу был милиционером, предложил пообщаться в следственном подразделении. Провели со мной собеседование и предложили работу, посмотреть, в каких условиях мы работаем. Нагрузка допустимая. У нас есть материальная база, у нас есть все. Компьютеры, бумага, все, что нужно для следователей. У нас шикарнейшая крим-лаборатория по последнему слову техники. И самое интересное, что у нас очень пристальное внимание, серьезнейше уделяется становлению молодого следователя. Оборона правов и интересов громадян – штодзённая нелегкая работа следших. Да, профессийного свята, дня супрацовника, попереднего следства и миллениума города над Бугом был открыт новый будинок Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Удел у мероприемства взяли старшиня Брестского облвыконкома Анатолий Лис, старшиня Следственного комитета Беларуси Иван Наскевич, керовники державных органов областного и городского узровня. Были заслуженные узнагороды тем, кто своей службой доказал, что обрав профессию следчего не выпадково. Каб заховать значность моменту и передать нашаткам напомин про миллениум и про новоселье, покинули у земли капсулу памяти. Открытие ей плануется на 50-годовый юбилей Следственного комитета. А еще посадили аллею древ, которые про 50 годов станут величными соснами. Сегодня хочу поздравить всех следователей с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия, благополучия в семьях, крепкого здоровья родным и близким, успехов во всех начинаниях. Юрий Печур, Александр Воронин, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».